Приветствую вас, друзья, вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня очередной у нас рейд по Хеджибейскому лиману. Владимир уже достает первую сеть. Буквально вот только начали наш рейд, и уже вот первая сеть пошла. И вот под камышом. Вся в тени, да? Вот. На какие-то кружки. Плюмбум очередной. У нас сегодня Георгий в рейде. Георгий, привет. Тоже снимает на видеокамеру Одесская рыбоохрана патруля. Они тут закупили такие специальные камеры, да? Да, главный державный инспектор відділу охорони водних біоресурсів, Одеський рибоохоронний патруль, Хабаров Георгій. Проводимо черговий рейд в акваторії Хеджибейського лиману. Далі буде. Далі буде. Добре, якщо так. Ну риби ні. Все хорошо, но риби нет. А может и к лучшему. О, а это что? Что-то непонятно. О, рыбы нет. Все есть. О, иголочка. Игла? О, вот этого мы не ловили сегодня. Володь, ты читаешь комментарии в нашем видео? Да, видите, не насыпался, я так смотрю. Да-да, вот я как раз об этом хотел спросить. Как вы относитесь к таким комментариям, которые пишут, что типа вот, сами насыпали, сами типа нашли сети? Ну понятно, нет. 2,5 километра, как вам насыпать сетей? Да. Тяжело было с вечера перед нашим рейдом прошлым? А? Пикать придется, если я отвечу. Понял. Людям скучно, действительно. Да. Надо же после просмотра такого трэша, им надо что-то как-то выпустить. Что-то надо обязательно сказать. Поэтому вы сегодня там не реагируете сами лично. Да я уже смирился. А? Я уже смирился за это. Смирился? Да. Так, ну что, тут сидеть нет. Вроде. Так. О. Вот она и сеточка, вот она красавица. Что это, 50-ка или что это? Ну крупный. 40-ка. 40-ка? Ну 45. На стропе как-то. Я даже знаю чья. Чергова цель. Тормози. Є? Да. Так. Труба асбестова. Надо же аккуратно снимать, тебе просят видео. Да. Да. Типа снимает, как будто как для себя. Да. Как свою. Да, а то, что их надо набирать потом 2 дня, чтобы сдать, об этом никто не думает. О, вот первый пошел. Хороший карась. Скажу, что я дуже аккуратно ее выбираю. Нет, скажу, что у нас теперь 2, блин, с видеокамерой, есть только один с руками, блин, который должен выбирать. Нет, там сказали наоборот, что сильно быстро выбирают. Сильно быстро, да? Да. Ну так профессионал, елки-палки. 100%. Так, вторая асбестовая труба. На! Кишкорез. Кишкорез серьезный. Не так. Нет, через мост не надо. Стой, смотри. Нужно ее... С этой стороны. Да, с другой стороны. Вот, она же уже выпутана. Вот ее. Легенькая. О. Там спрашивают за чешую. Вот, показываю. Вся на месте. Вот одна отпала. Но это еще до нас. Ага. Есть, да, тарасика. Давай, она тут мелко, давай, я тут на коротком. С ее пробуем даже кошечка, потому что... Вон она. А, ты там, видишь, да? Вон, я вижу ее. Вон она под этим. Ага. Нашим профессионалам не нужны кошки, они так видят все. Ну там и что. А, ну да. Кормольник. У нас оттуда идем. Ага. Куда пойдем? А? Куда пойдем? Не, идем назад. Стой. Идем назад, потому что я... А, ты ее сбил? Да, я ее сбил. Там мотором достанется. Я почувствовал. Юб.
Все. Красавчик. Та же самая система. Один и тот же. Срыло сними. Он тут пришел. Да вот. Давай кишкорезом. Хорошо, пошел. А, еще один карасик. Хороший. Тоже нам чуть-чуть. Да. Опять асбестовая труба. Вот так обходим каждый камыши и проверяем наличие сетей. Уже 3 сети у нас есть. Начало многообещающее. Посмотрим, что будет дальше. Да, сразу переграждает сетка. Смотрите. Ём. Красавчик. А сеть длинная аж до конца тех камышей. То есть перекрывает полностью весь залив, да? Друзья, в своих видео, я вот, особенно сейчас под Хаджибейскому лиману, я хочу вам показать полное видео, без каких-либо там обрезов. Сколько здесь сетей стоит на Хаджибеевском лимане. И обратить внимание всей общественности к тому, что, ну, к этой проблеме, проблеме браконьерства на наших водоемах. Один из, скажем так, эффективных способов борьбы, это вот бороться на законодательном уровне. И я создал петицию на имя президента об увеличении штрафов за использование и продажу браконьерских радиоловов в 30 раз. И считаю, что это может повлиять каким-либо образом, ну, в позитивном с точки зрения, на это браконьерство. Возможно, ну, какой-то браконьер да и откажется от своих действий, зная о том, что штраф увеличен в 30 раз. Поэтому прошу вас всех поддержать наши начинания и подписать эту петицию. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, и в первом же комментарии к этому видео тоже будет ссылка на эту петицию. Не пожалейте 5 минут времени, подпишите эту петицию, чтобы хотя бы как-то обозначить свою роль в борьбе с этим злом, браконьерством. Тормози! Ну, рыбы нет. Сети. А, ого! Карасак. Ух ты, какой карась. Килограммовый, ё-моё. Смотри, ты все оторвал? Лапоть. Та-да. Честно говоря, я даже таких не ловил никогда. Что надо? Красавчик. Ну, да-да, вот-вот будет. Так, ну что, очередная сеть, вот она. Вот край. Вот так стоит. О, подай, берут. Сейчас. Еще один такой.
Это Протопоповский залив. Помните, в прошлый раз мы здесь были. И он вот так вот весь был опутан сетями. Посмотрим сейчас, какая ситуация. Ну вот уже в нем мы уже сняли две сети. Что это за поплавочек? Я вижу, тут, по-моему, жаба. Жаба? Похоже. Вот то? Да, жаба. Жаба, жаба. Ух, это рыба? Да, филингаз. Ух, так его много здесь, слушай. Ну, в этот раз сюда я не вижу тут сетей особо. Да, с прошлым разом, когда мы тут сняли, блин, я не знаю, около километра сетей. Ну, километр, 500 метров точно, да? Да, тут было, если быть точным, 460 метров. Ну, а то, что лодка стоит, вот прямо на... В тот раз стояла точно в таком же... А, ну да-да-да, та, которая без... И та вон вторая так сама. Точно вон камыш даже заразил. Ага. И не сдвигаются с места. Не, ну сегодняшняя ситуация такая, что тут кроме этих самых сетей нет. Пока все нормально. Загнали туда вот? До Росинского? Да, 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 да. Кто утро? Здорово. Так, ну пока у нас полчаса нашего рейда и уже 5 сетей. Это уже нормальный показатель. Посмотрим, что будет дальше. Там вон дырка была, она была вылазить. Да, там вся. Ну, амула как? Ух ты ты. Да, здесь мелковато будет. Проходим очередные камыши в поисках сетей. Вот в таких вот местах как раз браконьеры и ставят их. Чтобы не допустить рыбу к камышам, чтобы собрать ее с икрой, чтобы она не смогла нормально пойти на нерест. О, сокол. Слушай, а чего подписчики думают, что это лодка браконьерская, и типа мы вышли на браконьерской лодке? Как ты думаешь? Я откуда знаю, что подписчики так думают. Это лодка ассоциации Кеджибеевской, промысловая лодка. Ага. И все. Просто она компактно, на ней ходить можно по камышам лазить. Ага. Типа вот вышли на браконьерской лодке, там. Ну ты считал, да? Да, у них все браконьеры, лодки. Мы в первую очередь. Да, вы главные браконьеры, да. Да, так пишут. Ну, а что же вы хотели? Столько лет нормальной работы не было, не показывалось, я скажу так. Специалисты ж смотрят просто, вот, они ж каждый день в рейдах, они ж все понимают просто. Ага. Евроконьерская. Не, ну, я с вами соглашусь, что диванных экспертов много. Ну, главное, что они болеют за реку, болеют за... Болеть. Болеть мало, делать надо что-то. О, это правильно. Это я с вами согласен. У вас сколько болельщиков? Много, да? Ну. О, есть сеть. Где? Там. Поплавочек. А, вон, да, давай, на выход. О! Георгий глазастый. О. Георгий, вы ставили сеть? Цепа, честно, она... признавайтесь. Да, признавайтесь, да. Вы, да? Ага. И показал ей. И показал ее. Все. Ага. Какая там ячейка будет? Какая там ячейка длина, скажите? Ну быстро, на взгляд. Быстро. А, вот, смотри. Слушай, точно. Надо же так увидел. Молодец. О, ячейка крупная. Какая? 45. Так. Значит, должна быть крупная рыба, правильно? Да, там красивая рыба. Да, идет далековато, но он. Мне же писали, что выловили эту рыбу.
Что же вы писали? Ну, в Хаджибе и рыбу всю выловили, дома. Не, ну вроде еще есть трохи. Георгий, я вам потом дам видео с камеры, не переживайте. Вот так, на одного работающего инспектора два, блин, записывающих, блин. Вы поняли? Система работы, блин. Вон она, вторая сеть. Сначала нужно прийти к краю сети и с нее начинаем. Ох ты, какой окуняр. О, хороший окунь. Вот его выпутывать, конечно, это... Стой, дай, подожди, попользуйся. Ага, ну... Да, конечно, уже говори. Да, что? Опа. Так. Так, очередная, это уже какая? Восьмая? Да. Восьмая сеть. Вот она. Качество сеток уже другое. Тогда были козырнее. Так сейчас пойдем туда, там где тот был. Мы сейчас там, и там еще и протрали. То бунгало где было. Да, да, мы там еще и кошечку кинем. Мы перед этим еще одно место тральнем. Здорово. Мелко. Вот видите, смотрите. Маленький перегасик. Ячейка вот опять. Ну да. Не, тут круг. Просто ячейка. Там спрашивали, куда вонючую рыбу девают, да? Да, да, да. Ну, расскажите. Ну, я только не понял вопроса. Там же на видео видно, что она вся в воду уходит. Да, мы всю рыбу отпускали, да? Конечно, кроме этих. Кроме лунного, лунного окуня. Солнечного. Или лунного. Друзья, вот такого лунного или солнечного окуня мы не выпускаем, потому что... Потому что он вредитель. Вредитель. Жрет икру, личинку. В общем, нехорошая рыба. Владимир, расскажи, что стройная, не стройная? Как ты определяешь, что это стройная? Он поплавки же набитые. Это насложенные. Да, какие-то пробки из-под коньяка. Блин. Вот. О. Металл. Вот. О. Радиатор какой-то? Нет, это из поршня.
Поршень, циліндр. Ну, пед. Ваш, смотри, где-то в борту был. Шо, нож? Вот, расскажи про электроудочку, что типа она не работает в соленой воде. Это не типа, она не работает. Ну, вон там подписчики говорили, что якобы неправда. Ну, смотря какая, если электротрал промысловый, круг, то там мощность очень большая, но так там эта установка весит 800 килограмм. Маленькие электроудочки, беда в том, что в соленой воде они не работают. Это получается 9-я сеть. Где-то здесь рядышком 10-я была. Вон поплавочек. А, вон бутылочка. Тут тоже поплавочек. Ага. Так как тут был. Вот она уходит к берегу, к камышам. Такая же самая. Один хозяин. Да, тот же хозяин, да? Да. На двигатель можно уже собрать. Так, друзья, кому нужны цилиндры, обращайтесь в Одесский рыбоохранный патруль, становитесь инспекторами и забирайте себе. Так, о, Мурчик. Пеленгасик. Нет, то старое, то выкинуто на камыш, не все. А, вот это? Да, ага. 300 лет. Что там, карасик? Это он, за нее привязали. Ого. Морозовка? Ох. Ева, тут будет. Так, очередная. Что за груз? Кофе. Кофе, залитый бетоном, понял. А может свинец? Да не. Мелкого? Мелкое? 40. Сетка с 40-м очком. Я ее побачил, блядь, откуда. Ужас. А это что у нас? Такое... Уточка. Ё-моё, блин. Вот ой, это... лысенок маленький. Живой? Да. Да. Да не кусайся. Вот это да. Бедный. Не кусайся, я говорю. Смотри, какая зверь какой. Да, вот это еще мы не снимали. А? С сетей. Утят еще не снимали. Все было, черепахи были. Всякая разная рыба, а вот утенка нет. Так вот браконьеры губят нашу природу. Не дают размножаться не только рыбе, но и вон, уткам. Коробчик маленький. Карасик.
еще одна банка из-под кофе с бетоном. Все, рыба не ушкоджена. Итак, какая это у вас по счету? 76 волн. Рыбные места. Да. Сегодня у нас такой. Кстати, опять очередная сеть. Это какой-то кошмар. 11 по счету. Тормози. Ох, тут карасик хороший. Сорвал? Да. Пока мы дойдем до вершины, блядь. Будет полная лодка сетей. Наберем полную и вернем. Да. Я скажу, а представляете, по всем водоемам Украины, сколько этих сетей, сколько этих браконьеров. Это капец какой-то. А ну, постой, я выдерну их. Да, так она идет. А, она идет так. Так, ладно, начинаем спасательную операцию. Спасибо, карася. Здорово. Друзья, вы тоже также можете спасать карасей, просто подписав петицию. Один ножичек. Смотри, у нас серьезный кишкарез. Потому что, честно говоря, я считаю, что вот эта вся работа, она, конечно, нужна, она эффективна, но не настолько, если бы браконьеры знали, что в 30 раз увеличены штрафы. Потому что сеть, в принципе, стоит недорого, штрафы небольшие, и это подталкивает людей к такому вот типа бизнесу, понимаете? Тем временем Володя снимает и снимает эти сети, пока мы тут вытаскиваем рыбы. И он очередного карася вытаскивает здорового. Так, ладно. Один ножи. Thank you.
О, уже такая серьезная уже кучка. Там все? Ну, еще не, ну вроде все. Вроде все спасали. Где остались тут? Да. Да. Результат хороший уже. Да. Сколько сетей считаем? А я тут не могу вам сказать, сколько связок я не обращал. Сколько рыб спасли? Мы брали ее как 11-ю, да? Нет, 12-ю. 12-ю? Да. Если мы ее брали 12, то она же 13, она же 14, она 15. То есть три подряд, да? 12, 13, 14, 15. 4 штуки. Ага. А нет, 3. 3. Да. 14. 14 сетей. Аккуратно ложек не за. А то палки что означают? Это удочки, подставки. А? Подставки под удочки. Ага. Вот она. Тормози. Очередная. Смотрите. Ёпарный театр. Капрон. Капрон? Так. Подшипник. Подшипник, грузик. Какая. Там морская сеть. А свинта что, какой-то моряк ставил или что? Морская сеть. Поплавки, которые глубина не дали. Так, по счету какая у нас уже? Плюс один, 15. 15? Если одна стоит, значит где-то должна быть. Здесь должна быть еще одна. Так, ну подошли мы к Еметовке. Вот уже еметовские сети. О, куда она идет? Еметовских браконьеров. Намотал. Намотал. Намотал, намотал. Мы сейчас туда подойдем. Вторая лапа. Так, он первый карась. Кражик может быть такой метров 400-500. Да? Может. Живой еще? Хорошенький такой. Знаешь, он браконьеров тут ловит. Когда, интересно, они ходят проверять эти сети? Наверное, по ночам, да? Белым днем. А? Белым днем. Белым днем? Ничего не боятся? Ну, днем безопасен. Уже ж видит. Если что-то где-то увидел, там бегом. Друзья, специально показываю вам видео полностью, ничего не резав, чтобы вы видели все вот эти
количество это у вас здесь? Вот, она под ней уже начала уже попахивать, да, рыба? Ну, нафига не ее ловят, объясни. Продавать? Так, что там интересно? Якорь. О-о-о, серьезная кошечка. Да, тяжелая, да. Володя решил кинуть кошку. Да, так страшно, где кошка? Где кошка, да? Почему в рейде без кошки и с тупым ножом? Друзья, помните вот этот гаражик, который на берегу, возле которого мы в прошлом рейде собрали около километра сетей. Сейчас Володя сейчас опять с кошкой тралим, проверяем наличие сетей в данный момент и смотрим, ставит ли браконьер опять сети или нет. Если помните, в прошлый раз он петарды даже кидал, и попугая нас, что мы тут не ходили. Но то дело такое. На испуг детский рыбоохранный патруль не взять. Ну-ка. Барабанная дробь. Что-то идет. Надо канистра. Да? Канистра надо. Есть контакт. Так, вот мы отвязали две сети. Чтобы можно было нормально уже их убирать, потому как так будет удобнее. Сеть практически новая, как я вижу. Смотри, какая. Ух, беленгасик. Забирай. Смотрите, чтобы мой костюм не заляпали. Да-да-да, обязательно. Не переживайте. Володя, ну сетка дорогая, да? Считается? А? И свежак, новая какая-то. Еще не выленила эта веревка. Рано, 22 градуса. Еще один. Он выбит. Вышел. Ну, глубую вряд ли что-то. Ой, боже. Ближе к берегу. Да.
все один и тот же браконьер ставит. Вот, что живет вот здесь вот. В сарайчике держит лодку. Слушай, а то, что он там держит лодку, ему что-то предъявить можно? Ничего? Интересно, что там за груз? Якорь. Якорь? Сейчас здесь вода, такой же, скажут, я сыт. Такой же самый якорь, как в прошлый раз снимали. Ну, ветерочек пошел. Плохо, надо это. О, пшикалка все? Есть? Да, якорь. Нема пшикалки? Нет. Ух ты, ёлка! Серьёзный якорище. Здесь мы отвязали эти сети, которые скреплялись между собой. Получается метров 200 в одну сторону метров и 200 метров до берега. Это идет сеть прямо в берег. Начинается ветерочек, видишь? Это не есть хорошо. Это тоже считается дорогая сетка, да? Ну да, вся, что с такими канатами, с такими поплавками, все нормальные есть. Вся сетка, которая строена, вся же. Ну, чтобы примерно понимать, как, о каких суммах. Примерно понимать, вот, для того, чтобы оплатить только работу, чтобы пошили вот эту вот сетку. Так. Это вот одна сетка, вот эта получается, она так, такая кукла, там 60-80 метров. Ага. Работа только стоит 300 гривен, только работа. Ага. Это на одну сетку. Вот. Ну, грузики. Вон, 3 рубля штучек. Стоят через каждый метр 20. Поплавки 70 копеек. Канаты. Буфта гривен 300. Короче, кругом бегом 100 метров сети где-то 100 баксов стоит, да? Это совсем кругом бегом. А может и больше, да? А? То есть браконьер пропал на деньги, по большому счету. Матбазу его выбили. Не совсем маленький. А? Не на совсем даже маленький. Да. С таким количеством рыбы, это ж сколько надо убивать. Ну, в прошлый раз сюда сняли метров 600, сейчас метров 400. Ну вот потихонечку так. Должен закончиться. У него. А, они, у него должен закончиться. Да, такой уже ворох серьезный. Это ветер южный сейчас, да, у нас?
за таких встреч не самый лучший вариант. Вот браконьеры оправдывают себя, что типа жрать нечего, поэтому ловим. Сейчас еще один. Да не будет, он уже нас увидел, скорее всего. Уже доложили ему, наверное. Он сейчас просто в раздумьях. Мы только эту сеть снимем или еще будем искать? Лунный, да? Берег. Сегодня лезет. На меля икру хавает. Ага. Дорога рубля, это не полезное дело, да? Чужо? Не полезное дело. Так. Очередной. О. Икров. Да. Не, ну ходить. Вот ро, гора, вот. Маховичок. На маховике пошел нерест. Вот поэтому и луны тут. По берегу икра. Вот. Сразу пачки пошли. Ага. Виден уже конец этой сети, которую думали, что она вообще никогда не кончится. Вот эта гора. Так, веди себя прилично. Да. Так, что бы вы передали подписчик? Лодки я еще не ехал так. Весла взять и подгребать. Весла! Бери весла, греби!